Давайте проверим, сможете ли вы поставить лайк за 4 секунды. Погнали! Дядя Стэн, спускайся, к нам читер прилетел! Офигеть, ребят, два Гриффера, Диппер и Зус Гриффират и зовут дядя Стэна за то, что я к ним телепортанулся и сейчас я их буду наказывать. Это просто жесть! Она ломает дом! Дядя Стэн! Ты где? Так, Стэн пришел, что? Йоу, всем привет, с вами я, Игрок Адор. Сегодня бы я хотел провести анти-Гриффер-шоу на одном сервере под названием Play Weeks. И да, ребят, сегодня очень странная парочка, ну как сказать парочка, но скорее всего они просто друзья, но они выдают себя, как будто они Диппер из Gravity Falls и Зус. Вот это я был, конечно, в шоке. Сказали то, что они два Гриффера построились где-то вообще далеко. Не знаю, почему Гриффер строится очень далеко от спауна, но мне нужно их срочно проверить. Давайте мы возьмем сразу Kickstart сейчас. Kickstart. Все, отлично, я взял Kickstart. В принципе, мы можем идти и уже знакомиться с этими Грифферами. Да, идемте знакомиться. Так, у них дом на самом деле похож на настоящий дом... того старика из Gravity Falls. Стэна, да, Стэна. Так, что тут? О, Зус! У нас тут гости! Так, ладно. Диппер просто сказал, что у нас гости. Привет! О, смотрите, какой Зус там прикольный! Ну, хай-хай-хай. Ничего себе, они реально надели такие вот скины из Gravity Falls, ребят. Сейчас вы погрузитесь прямо в этот мультик, я надеюсь. Я Диппер. Угу. Ну, прикольно. Это домик дядюшки Стэна. Заходи. Так, ну смотрите, дом старика Стэна и Зуса и Диппера. Привет. Угу. Это Зус. А, это Зус. Ничего себе, у него скин. На самом деле, реально похожи. Просто реально похожи на друг друга. Это просто жесть. Бла-бла. Он немного туповатый. Привет. Не злись на него. Ну, я знаю, на самом деле в мультике он тоже тупой немножко, да. И тут тоже тупой. Да, очень классно, очень классно. Так, а тут что? Вход в дом платный. Ай! Тихо, не бейся. Хочешь покажем дом дяди Стэна? Да, хочу, конечно хочу. Ну, говорят то, что вход платный. Наверное, они забыли, что я должен платить. Пошли. Так, у них реально похож домик, как будто из Gravity Falls. Эй, тупой Зус, что ты делаешь? Зус, хватит. Хватит, сказал. Хватит. Эй, панда. Так, ладно, у меня зовет. Так, Зус как... Ой, что он сделал? Тут волшебная паутина. Так, это волшебная паутина. Встань на нее. Хе-хе-хе-хе. Так, ладно. Давайте мы встанем. Почему-то Зус стреляется. Зачем? Не знаю, волшебная... Ай! А, что? Ребята, они... Офигеть. Ну, на самом деле, это было ясно, то, что они меня убьют. Это было ясно. Ну, рили. Офигеть, ребят. Волшебная паутина, в скобочках, ловушка. Ура, с тобой было волшебство. Только ты будь умнее. Да, буду. Так, ладно, у них тут какие-то разборки, но Диппер сам застрял. Зус. Жесть, Зус какой-то тупой, реально, он просто стреляет во всех и непонятно что. На руку. Он подает руку ему, но он вообще упал вниз. Хватит! Хватит, Зус! На руку! Зус, не бей! Ты что? Блин, почему Зус такой тупой? Я не знаю. Ребята, напишите комментарии, если реально Зус такой немножко тупенький. Ну, он няшка, да, он няшка, я знаю. Ну, Зус непонятно. Именно вот этот Гриффер, он какой-то немножко тупой. Помогите! Эй! Эй, панда, помоги нам! Блин! Что ты меня стреляешь? А ты меня не сможешь убить?
Ладно. Панда, прими ТП. Хорошо, давайте мы... Я приму ТП. Панда, пошли. Так, ладно, идемте. Ну, на самом деле, я уже их проверил, они гриферы, но давайте, мне интересно проверить их, посмотреть, что они скажут на этот раз. Так, это что за комната, не понял. Так, тут две кроватки есть. Угу. А тут что? Тут это дневник. О, дневник, ребят. Вы помните то, что есть такой священный дневник? Да, священный дневник. Это священный дневник. Ребят, напишите комментарий, помните ли вы этот дневник. Это какой-то третий дневник, что ли? Там не могли найти его и так далее. Но все-таки он тут. Хочешь, наколдую что-нибудь? Да, хочу. Зус какой-то молчаливый и тупой, да. Диппер молодец. Только тихо, а то Мейбл спит. Пошли. Так, ладно, Мейбл спит. Тут еще у них Мейбл есть, ничего себе. У них реально какой-то свой тут мультик в Майнкрафте Pocket Edition. Ребят, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, потому что данная парочка гриферов — это просто жесть. Так, а тут что? Телевизор старика Стена. Ага, телевизор старика Стена. Панда, встань сюда! Зус! Так, ладно, тут телевизор. Вы знаете, да, ребят, то, что в мультике есть телевизор, который этот Стен смотрит, старик Стен смотрит телевизор. Зус, не лезь к гостю! А что такое панда? А что такое Диппер? Встань на черный ковер! Зус спрашивает, что такое панда. А, Диппер, это лох. Мудак. Бедная панда. Лошара. Тупая лохушка. Как ты сам, ТП? Ты чё? Я волшебник из Gravity Falls. Я пришел к вам, чтобы наказать вас. Да, я ваш маленький и злой враг. Да, так что я буду сейчас вас наказывать. Дядя Стэн, спускайся, к нам читер прилетел. Сюда. Офигеть, ребят, два грифера, Диппер и Зус, гриферят и зовут дядя Стэна за то, что я к ним телепортанулся, и сейчас я их буду наказывать. Это просто жесть. Он не бьется, я убить его не могу. Так, он зовет дядя Стэна. Читак! Нет, я не читак, я супер крутой чувак. Ха-ха-ха, да, рифма хорошая. А, у нас в доме нечисть! Дебил! Волосатый! Ну, реально, какой-то неадекватный Зус. Она ломает дом! Дядя Стэн! Ты где? О, он вызывает дядя Стэна. Дядя Стэна нету, он вам не поможет, потому что его тут нету. А, помогите! Сейчас Стэн зайдет! Я наколдовал читака! В дом! Ага, сейчас Стэн зайдет в дом. Ну, Стэна я не могу увидеть, потому что его тут нету. Я убегаю, Так, где Зус? А где Зус, интересно? А Зус, ты где? Зус? Ладно, пошлите, они вышли на улицу. Дядя Стэн! Так, ладно. Мейбл! Нет, все, вам не помогут дядя Стэн и Мейбл. Что за нечисть? Ха-ха-ха! Зус, помоги мне! Так, Диппер начал убегать от меня. Ладно. Уйди, панда! Нет, я не уйду, так как ты... Ты грифер, и я буду ломать... Ой, меня стреляет он из лука. Панда в панду стреляет из лука. Маленький Диппер грифер. Но, ребят, на самом деле Gravity Falls — это Диппер, он хороший. Да, он хороший. И Зус тоже хороший. Но они тут гриферы, и это фейк гриферы. Ты чё, панда? Что я? Я ничего. Зус твой тебя кинул. Теперь ты один, Диппер, да, ты теперь один. Ха-ха-ха. Так, ладно. Я вызвал панду! Так, он наколдовал панду из этого дневника. Хм, молодец. И у них тут была такая вот маленькая ловушка, да, я сломал эту ловушку. Так, Стэн пришел, что?
Что, серьезно, ребят? Дядя! Я тут. Стэн! Хату не ломай. Так, дядя Стэн пришел апу петь. Убери его. Петух мелкий. Зуб убежал. Свалил. Панда, вали. Так, не понял, дядя Стэн, серьезно? Апу петь. Ушел. Я кому сказал, ушел? Быстро. Блин. Так, нет, все равно, дядя Стэн, твои маленькие дети, они меня загриферили, поэтому я ломаю твой дом. Панда, дядя Стэн тебя сейчас костылем ударит. Петухов, как ты, много, и ты один из них. А, он меня назвал петухом, дядя Стэн, ты же неадекватный какой-то, ты же неадекватный. Надо вещи забрать. А, вещи, точняк, ох, ты мне напомнил, ничего себе. Я тебе сейчас яйца оторву. Я дядя Стэн. Так, ладно. Смотрите, какие тут вещи. А, пупеть, ребят. Я такого никогда не видел. Ну, такие вещи были, да, были. Петух! Что? Уйди, панда. Я сейчас зомби вызову. Ушел, чмо. Тебя не звали. Так, дядя Стэн пришел якобы защитить этого Диппера. Ха, очень странно, это реально очень странно, ребята. Эта ситуация вышла из-под контроля. Вали, панда! Говно мягкое! А, нет! Диппер волнуется за свои вещи, но... Дядя Стэн, а что такое? Что ты делаешь, а? Он сундуки сломал! Дядя Стэн, а что ты делаешь? Ты должен защищать своего Диппера, своего якобы сына Диппера. Ой, точнее внука, да. Он прячется, непонятно. Дядя Стэн, убей его костылем! Дядя Стэн что делает? Он не какой-то непонятный. Он непонятный. Давайте дадим им шанс, и я скажу, сделайте испытание. Я написал, сделайте испытание. Нет! Какое? Ладно. Так, ну на самом деле я их забаню, но они должны сделать испытание. А ты починишь дом? Какое испытание? Так, ладно, окей. За мной, я напишу за мной. Так, я напишу. Под собой ставьте блоки и сделайте очень большую, такую вот большую стрелу, да. И потом, как бы трамплин, и потом с этого спрыгните. Дядя Стэн, нахлопай ему! По попке! Да не так, дядя Стэн, извращенец! Ушел! Петух! Тупой козел! Думаешь, мы тупые? Ну, на самом деле, как бы вы тупые, да. А где Зус, интересно? Куда он делся? Дядя Стэн, пошли за книгой! Так, они не хотят делать мое испытание. Ах, вы маленькие гриферы! И еще один взрослый грифер. Ее надо спасти! Пошли! Так, они пошли спасать свою книжку. Ой, а что такое, дядя Стэн? Дядя Стэн, а ты будешь защищать свою книгу? Спасаем книгу? Не трожь! Так, он закрывается. Не трожь, говорит. Нет, я сломаю. Нет вашего дневника, который делает волшебство 2. Нет! Дневник! Диппер, это твой дневник, который ты долго искал, но я его сломал, да. Тварина панда, дура! Нет! Так, ладно, дядя Стэн тоже прям боится за этот дневник. Шмара ты! Так, неадекватный дядя Стэн, хватит на меня обзываться, пожалуйста. Все, вы в бан. Побежали из дома? Нет! 2К17! Не бань! Так, он говорит, то, что я топ-1 чумошник 2К17. А дядя Стэн какой-то реально неадекватный тоже, как Иисус. А хотя ты не сможешь. Ха-ха-ха-ха. Ты так думаешь? Диппер, как ты думаешь? Ты всего лишь игрок. Пока, лохи! У меня бабло! Так, ребят! Так, не понял. Чё за бред? Что за бред? Пошли, дядя, банк ограбим! Так, у него бабло, у дядя Стэна? Что? Что? Пошли! Спаун! А, он тут!
Так, я забанил этого дипера, теперь нужно забанить этого Стэн дедушки, да, Стэна. Так что давайте мы будем его сейчас банить. А также я хочу сломать этот домик. Да, вот так вот, Или знаете что, ребят? Вот этого дядя Стэна, может, я не буду банить? Ну, чтобы он заходил на сервер, и чтобы вы его наказали, ребят. Вы сможете его наказать, этого дядя Стэна, за то, что он неправильно своих детей, своих внуков воспитывает? Ребят, заходите на сервер, если вы его тут найдете, дядя Стэна, убейте там, либо еще что-нибудь. Поэтому я оставлю дядя Стэна, а этого маленького дипера я забанил. Поэтому, ребят, ищите, заходите, ищите этого дядя Стэна. И попробуйте его наказать, да, любыми способами, там, ловушками и так далее. Так что, ребят, я его не буду банить. Ну, все, ребят, я разобрался с этими гриферами, с этим, этот Зус ушел, этот Дипера забанил, так что они не будут больше гриферить. Ну, все, ребят, с вами был я, Игрокодор. Давайте наберем 5000 лайков, я выпускаю новый выпуск Антигрифер Шоу. Все, ребят, заходите на сервер, сервер называется PlayWix, он классный, он крутой, он суперский. На версии 1.05.1.09. Так что, ребят, с вами был я, Игрокодор. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока.